Ja сегодня с результатом доволен, потому что эти игры очень сложные. Как бы мы фаворит этой игры, и не всегда хорошо получается играть под давлением, да, под давлением. Понятно, когда ты играешь Торпедо с Аланиом, не знаю, там Факел, да, это как бы ten настрой автоматически, как бы хочешь больше выиграть, да, хочешь. Потом часами бывают такие игры, когда соперник внизу табели, можешь как бы чуть-чуть думать, что все пойдет легко, и забьешь один, второй, выиграешь 4-0, и все будет хорошо. И так не бывает, поэтому я очень рад, что мы сегодня как бы показали тоже и хорошую пассаж игры, забили два голи, могли забить за меня чуть-чуть больше, но ale надо сказать, že соперник Текстильчик приехал здесь, у них новый тренер, ребята тоже хотели как бы новая мотивация, хотели показать новому тренеру свои качества, и я думаю, že здесь сегодня Текстильчик сыграл хорошую, неплохую игру. Сначала надо смотреть на себя. Выигрывай свои игры, сделай свои очка, и еще, как есть возможность, показывай хорошую игру болельщикам, которые здесь приходят. Сегодня могло приходить только 200-250 человек. Мы очень рады, что вообще здесь кто-то был, потому что играть игру без болельщиков, как с игрой факелом, это плохо, да? Поэтому мы очень рады, что и этих 250 человек здесь пришли на игру и как бы забили два голи, победили, поэтому это очень важно. И соперники другие, если теряют очка, хорошо для нас, але всегда на первом месте это наша команда, наша игра и сделать свою работу. Матео Стаматов и Савелий Козлов, они как бы тренируют, работают индивидуально. Ну, можно сказать, что завтра уже буду тренироваться как бы вместе с командой от начала тренировки до конца и посмотрим, как у них будет здоровье.